Всем привет, дорогие друзья! С вами Шмыг на канале у Шмыги. И в прошлой части прохождения у меня не записался звук с микрофона, мазафака. А я там рассказывал очень много всего интересного и познавательного. И если такой повторится, мазафака, я не знаю, что я еще сделаю с собой или с вами. Или с кем-то еще. Короче, это очень печальная хрень, которая меня очень сильно напрягла и которую я, к сожалению, заметил очень поздно. Но та часть уже вышла, и вы ее можете лицезреть. Там на самом деле не очень много всего было полезного. Страшного было только там эта огромная рука этого чувака и, в принципе, то, что было озвучка, да? Но озвучки, как вы поняли, уже не состоялось. Но это печально, это очень печально, если честно, поэтому, опять перезаписывать и проходить, как бы, ну, смысла я не вижу, поэтому, ребят, не обессудьте, поэтому вот так вот. Мы получали несколько зарядов, блин, ну там так было смешно и с этими, и с теми, и вообще... И было вообще все... В общем, была классная серия была, но ее не сложилось. Ребят, извиняйте. Поэтому, да. Такие косяки тоже бывают. К сожалению, я говорю, если бы была игра немножко другая, я бы, конечно же, перезаписал. Но, опять же, я ушел в и сохранялки там, и не сохранялки. Прямо перед тобой на полу расположен аккумулятор. В случае отключения электричества, теряя всего объекта, ты сможешь использовать его для подключения оборудования в небольших объемах. Я никогда был способен удаленно зарядовать аккумулятор, используя большие и малые вспышки энергии. Когда ты закончишь с этим, ты можешь забрать энергию обратно, так же, как и в случае с другими силовыми станциями. Посему ничего. Так, мы забираем... Да убери свой прицел, дурацкий. Я сказал, забираем это говно. И все. Так, значит, что у нас? Как, что делать-то надо? Так, сожрали энергию и забрали энергию и. А, подожди. Не. Что-то ты мне гонишь. Я могу только забрать одну энергию, разблокировать одну дверь. Разблокировать, сказал, дверь. А, значит, посему я готов проходить это вот так. Сейчас его приглашает призрак. Это привидение гиганта Йотуна. Пришло время показать тебе всю мощь Янгрейпера. Используя последний уровень, который предшествует его перегрузке, ты можешь уничтожать коварные силы зла. Ты должна быть очень осторожной, ведь злые силы реагируют на Янгрейпера совершенно по-разному. Используй заряд Эйтре, чтобы уничтожить призрака Йотуна, который не дает тебе пройти дальше. Слышь, дай пройти. А, удерживайте до двух... не понял. Ёпт. В смысле? Ничего не понял. Удерживайте до двух этапов. Ага. Так, видимо, так, наверное, надо было сделать. Я не знаю. Не осталось мало энергии в своем кулаке. Не забывайте о том, что пока ты заряжаешь Янгрейпер, ты можешь отменить заряд, чтобы избежать ее перезагрузки. Что бы это ни значило. Ну, без этого-то тяжело, конечно, без зрения, потому что ни черта не видно. Какой кошмар! Прямо перед тобой я вижу целое скопище гнуса.
Вот такой гнус. Древний миф называет их троллями. К сожалению, мы случайно притащили их в этот мир прямо из Мидгарда. Во время экспедиции по поиску мифической арфы захвачено нашим сознанием, которое нам удалось уничтожить. В те времена они были совершенно слепыми, но оказавшись здесь, они начали развиваться. Теперь они обрели уникальное зрение. Агрессивный, и ты должна быть всегда готова использовать мощный заряд Ярнгрейпера. Да. Ну вот тут-то сейчас и будет веселуха, ведь, да? Еще и зрение минус. Опа-на, а вот и пи-пи-соски бежали. Мне в ту сторону за ними, типа, да? Хорошо. Заряда мало, и я не уверен. Ага. Я не уверен, что один заряд на одного упыря. Нет, не сюда, а куда мне, подожди. А, вот так, по трубе. Туплю. Текс. Ой, еще один какой-то дух. О! Заряжамба. Заряжамба всего на одну. А, я же могу много использовать. Нет? Нет. А, это, видимо, все. До конца. Так, а что там этот дух может сделать со мной? В смысле, он не дает просто типа тупо пройти мне, да? Я должен его наказать. Обойти я его никак не могу, или могу? Вот так можно между ячишками, нельзя? Слышь, дай пройти. Ага. Фу, в жопу. Ага, вот, все, я до конца накалил. Не до конца, в смысле, накалил. Ну, ты понял, короче, да? Я полностью восстановил эту хрень, поэтому вот такие вот дела. Да. По дырке опять ползти. Не, реально, игра по дыркам. Ползаем по дыркам. Реально, как... мне напоминает этот фильм «Чужие». Ой, чужай, чажай. Ну и все остальное. Ну, ты понял, да? Так, это мы открыли. И нахер. Мы бегаем, мы быстро бегаем. Подвал первый. Свалка мусора. Эй-три-вый блок. Так, слушай, ну пока без этих, без приключений. Кстати, в прошлой серии я очень сильно там орал, когда я вызывал лифт, а там была эта собака двухголовая. Ой, меня хотят атаковать. Ой, сучки какие. Че, он меня поцеловал и свалил? Что за... Я не успел в него выстрелить. К сожалению. Ну потому что, блин, а как я его успею выстрелить? Мне нужно все время на изготовке держать этот Янгрейпер, или как он там называется. Видимо, сюда. Ёб твою мать! И нахер. Пырь. Я окей. И за ним бежать, короче, да? А, вообще зрения нету, понял. Так, выключаем пока, чтобы восстановилось немножко. Оп. Так, мы забрались и... Твою мать. Опять, видимо, сюда я ползу, да? Ну, сыкотная игруха. Опа, и сейф. Так, сохраняемся. На всякий случай. И обрабатываем шлюзианский.
Маленькая, мало половин разблокирована. Хенрик, я что вижу перед собой, прямо сейчас? Это источник силы, с которым ты умело обращаешься, а также силовая установка, которая питает всю эту территорию. Мьёльнир, молот богов. Ты можешь заряжение Ангрю использовать специальный разъем на этом молоте. Никогда не забывай носить с собой портативные силовые ячейки, которые выручат тебя в трудной ситуации. Ну да. Сейчас мы можем потерять связь, потому что ты поднимаешь на верхний уровень, поэтому... Удачи тебе. Прикольно. Там вон мелкий пиздюк ходит какой-то, да? Который меня бесит. Так, мы можем спуститься, правильно, и что-то делать. Так, я могу здесь заряжаться? Могу? А, у меня полная херобора, да? Полная херобора, хорошо. Опа, сапа. Так, одного мы кацнули, окей. Погнали за дроп. Ой, за дропом. Ну, короче, ты понял. Короче, по одному их можно трахнуть, если у тебя есть. А у меня нету. Ну, в смысле, блин, у меня нету дополнительной энергии, понимаешь? Я же, по-моему, все потратил. Вроде как. Поэтому вот так вот. Поэтому нужно будет бегать туда-обратно, скорее всего. Так, не, нам не сюда, нам туда. Тихо. Тихо. Тохни, тварь. Так, это то, что мне нужно? Да, это, видимо, то, что мне нужно. Разблокировка нижнего уровня пошла. Пошла жара. Так. Разблокировать-то разблокировали. Это только где? Нихера не понял. Ну ладно, так. А мне нужно Ярнгрейпер, блин, свой этот расхерачить. Правильно? Вот толкан. Что в толкане? Ай, блин! Извиняюсь, ребят, у меня мышка, короче, заедевает. Короче, поэтому бывают такие ситуации. Сюитювина, правильно? Так, заряжаем Ярнгрейпер свой. Ну, руку, короче, по-простому. Постоянно говорить Ярнгрейпер, это очень сложно. Там много очень всяких букв, которые не сочетаются сами по себе. Опа! Тихо, подожди, а мы не отсюда пришли, мы вот отсюда пришли. И меня тут не это, да? Не разводи-ка меня тут, пожалуйста. Так, опять заводим. Все завели, восстановили энергию и побежали дальше колбаситься. А, так а мы здесь же были, да? А, так мы вот сюда открыли дверь. Все, понял. Опа. Я просто не знаю, насколько далеко это говно стреляет. Типа, ну, намного, далеко или рука это стреляет? Или, типа, близко нужно подойти? Вот это пока непонятно, короче. Так, я могу либо наверх, либо по лесенке туда, либо вот сюда. А здесь что? Ну, здесь ничего нету. Да, поэтому либо по лестнице, либо не по лестнице. Пойдем сюда. Раз здесь мелкий... И этот стоял. Писюк. Ну, скорее всего, нет, нам не сюда. Да? Да, нам не сюда. Так, погнали сюда. На лестницу и туда в дверь. Давай. Давай. Там ничего. Вот сюда погнали. Е-е. Так, и здесь тоже, небось, будет писюсь. Есть писюсь. Нет, писюся.
И нет доп. Энергии на заряд. Понимаешь, то есть вот так. Вот. Тихо-тихо, не ори. 46-73. Куда вести? 46-73. Куда вводить это говно? Две руки. Две руки, две ноги. Так. Тихо-тихо-тихо. Ёпту, не пугай меня нахер. А куда вводить-то эти цифры? 46-73. 46-73 запомнил? Потому что я нет. Ты что? А что это такое за цифры? 46-73. Ну и чё, зачем они мне нужны? Куда они мне нужны? 46-73. Так, хорошо. Погнали на лесенку. Напряжение. Чувствуешь напряжение? Вот я чувствую напряжение. Очень сильное напряжение. Так. Ну, погнали сюда. Не знаю, зачем. Так, 46-73, да? А, вот сюда нам нужно, да? А, вот, пароль. Все, понял. 46-73. Разблокировали. Разблокировали. Открыть, открывамбу, шлюмбамбу. В смысле, шлюз открой. Не, будь так добр, открой шлюз сканский. Слушай, но мы с тобой не нашли этих энергетических блоков. Как мы их? О! Почему не сработало? Иди нахер. Ну а что я могу сделать? Не сработало на этом говне. Прикинь. Убегаем, значит. Да как, а как, ёб, блядь, ну а как, ёб твою мать, ну чё за бред? Такая херня, реально. Просто жесть. И опять мне вниз надо спуск... А, нет, можно здесь... Не, у меня же был восстановлен, я же сделал ее, а он не захотел его убивать. Чё за бред? Вот так и вот так оно и происходит, ребята, в игре. Я так и вот, я так и знал, что вот так вот и вот так вот. Где этот песос мелкий? Смотри, скотина тварь. Так, и мы обратно, короче. А, нет, стоп, мы не обратно. Мы идем опять восстанавливать энергию. А, потому что так надо. А, потому что так сказано в игре. Собственно, так мы и делаем, так мы и поступаем, да. Восстанавливаем полностью. Ну, потому что энергоблоков-то нету. Вот, а они должны быть, по идее. Ну-ка. Короче, ты понял, да? В смысле, опять один, а еще один пришел? Подожди, здесь ничего я не могу подобрать? Вкусненького? Нет, не могу. Хорошо. Хорошо. Погнали. А, мне медицинский надо. Что мне надо вообще сделать в этой миссии? Что-то не очень понял. Выключаем пока звуканский, да? Так. Медицинский блок. Тут нету этих песосов? Нету вроде, да? Энрик? Энрик, ты здесь? Какой ужасный звук. Здесь нет этих песосов? О, новая пупуська. Читаем. День 30. Объект исследования растет с невероятной скоростью и уже увеличился в размерах почти вдвое. Кроме того, он проявляет определенные когнитивные способности. А эмоции находятся на уровне взрослого ребенка. И у него есть что-то похожее на воспоминания. День 83. Объект сильно привязался к женщине, которую мы испытываем в рамках другого эксперимента. Пока что она находится не в здании, но объект не отходит от нее ни на шаг. Он почти охраняет ее.
День 95. Сознание растет с каждым днем, и мне становится все труднее сдерживать его. Объект пришел в невиданную ярость, когда узнал, что женщина была переведена в другое отделение этой ночью. После того, как он разрушил место своего содержания, ему был сделан укол, и мы перенесли его поближе к женщине. Рост не прекращается, поэтому нам может потребоваться уничтожить субъект. Оп. То есть заряжал я заряжал свой этот, а нужно сейчас разряжать. Там сохраненька есть, сохранялка есть. Так что сюда, сюда. Так, игра сохранена, отлично. Что здесь надо делать? А, я не могу здесь вообще ничего сделать, понял. Подожди, а тут дверь я могу? Нет, не могу, понял. Шкафчики, хорошо. Так, подожди. Да ладно, ничего нету, ё-моё. Это что за... Давайте. Бж-бж-бж-бж. Хорошо. У меня полная, да, энергия? Я тупанул, там вот так же можно было сделать. Открыть вначале дверь, а потом убрать это. Ой, ёб твою мать, кто там? Да опять этот мелкий пиздюк там. А у меня нету больше заряда. Сучий гандон. Твою мать. Не энергию надо найти. Пошел нахер. Твою мать. Застрял, блядь. Дедук мелкий. Че, и без зрения остался. Шлепает там своими ножищами. Мелкий пескун, блин. Энергию дадите? Всего нет, потому что в игре нужен такая вот опка. Давай, давай. Трением тратится там. Энергия. Энергия. Звуки странные начались, мазафака. Как меня пугать? Бери.
Ну да, такое однообразное началось это повествование. В целом нормально. Так же ссыкотно, как и было. Так, это падаем. О, это что такое? Метка уже отсканирована. А, ручище, что ли? Второго уровня. Что там, мать твою, за ногу? Кто там? Кто-то щелкает. А, о, щелкает, вижу. Метка уже отсканирована. Ну, блин. Ничего, подожди, дай сейчас восстановлю зрение. Дряку. Идер. Бесит. Закрыто. Куда он делся? Мне нужен третий метод, третий пропуск. Бля. Третий пропуск мне нужен. Ай! Вот. Вот почему, я не понял, почему первый раз он типа не зарядился. Ну ладно, наверное, третий пропуск будет, да? Да, я понял. Так. Бежим, короче, в ту дверь тогда. А, там же тоже этот песос есть, да? Пойдем сюда. Здесь что у нас? Подтвердит связь. Подтверждаю. Теперь сюда мы подключаем, возвращаюсь к доктору Хенрику Андерсу. Хорошо. Так, убираем этот, значит. Зрюку свою, зрюку. И проходим дальше. Что это такое? Ты мигаешь тогда? Ёб твою мать, я думал, чувак, нахер. Угол, Саш. Хенрик? Хенрик? Да, я получил доступ к базе данных. Твое сознание стало возможным только благодаря части женского тела, Элис. Я использовал ткани по цели. О боги, перед тобой занимался работой над другим экспериментом. Ой. Если сочетание человеческой природы и невиданной мощи, чтобы создать невероятного монстра, я говорю о волке. По сути, этот волк должен был оказаться вечным созданием, у которого практически нет интеллекта. Именно поэтому ты всегда была под охраной монстра, которая, как оказалось, слишком сильно привязала к тебе по непонятным мне причинам. Как же ты мог делать это, не понимая, что будет именно так? Боюсь, что все случилось после того, как дух получил контроль над системой. Уверен, что все дело в этом. Что ты говоришь? Тут дух, ёб твою мать, а? Я ведь знал, что это приведет не только к новым вопросам. Мне очень жаль, что тебе пришлось искать из-за этого, моя дорогая. Зачем к Хенрику как можно скорее, чтобы мы могли найти новый ключ и положим конец этому кошмару, она права. Я возвращаюсь сюда. Я отвечу на все твои вопросы. Что за дырка опять какая-то? Блин, больно. Ага. Туда или вот туда? Два варианта пути развития. Обратной линии нет. Не туда, а вот сюда, потому что мы вроде здесь остались. Было время закрыто, было время, и мы здесь с тобой шастали вроде. Да пройди ты, пожалуйста, ёптим. А может сохраниться, в принципе, да? А, ребят, наверное, на этом я и закончу данную серию, уже которая со звуком. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыгов, всем счастливо, всем пока!